Бадги. Он с нами. Баджи. Баджи. Буджи. Бабуджи. Так, вот это мы кидаем пати, он зашел. Это он попал под горячую руку. Амнисти кидаем пати. Канобу кидаем пати. А канал в сети? Да, так просто. Смешно. Не, серьезно, смешно. Каноп в пятницу обиделся. Ну и честно, пофиг. Пошел вместо второй резки с пугами в резку. Ну, пофиг. А че, он еще не спился? А че, пил что ли? Ну, по голосу, блять, это вообще пиздец он такой. Не, не, он никогда не пил. Так, поехали. Силы тут, то-то, да, тут. А кто танк это тут? Такой вот, это лохомора? Кто это? Это, не знаю, это какая-то, ноунейм какой-то. В смысле? У нас в гильдии находится. Заметки посмотри. Заметки? Ну, давай посмотрим. А, это Круглик, ё-моё. Да. Думаю, что сидит, рассуждает что-то про наших канобов тут. Вот поэтому можешь написать ей все, что ты о ней думаешь. Молчат. Никакого чата. Я не понимаю, вы пошли танчить, у нас магов нету здесь. Я стою, сумон никто не тыкает. Как дела у вас? Так все трэш бьют. Нормально. Так я сейчас тоже пойду бить, блядь. Будете сами сумон бить. Уйдите, я пришел тыкать. Смотрите, сейчас я поставлю меточку. Это у нас... Треугольник — это протовар, на него напуливайте пока. Спасите. Я пока буду дальше думать, что делать. Зеленые меточки у ненатуралов только. Хорошо. Мы же, ну, в принципе, мы такими и являемся, так что все нам. Вы думали, куда вы идете? Вот. Ты привел еще трех мобов. Молодец. А мы также не убьем? Убьем. Ну, имеется в виду не добирать, если никого. Ну, не хрен туда с ним. У нас как раз получается недокап по одному ДД в каждой реальности и нормально вообще. Просто минус. Ну, минус 14к ДПС на рейд хоть. Минус 3 рака, которые бы и так умерли. Это да. А если у нас так свои сдохнут 5 штук? Не, мы да, по-любому сдохнем, да, я сдохну, еще вот, друзья мои. Ну, в любом случае, но мы бы и сдохли все равно. А если во тьме танк не умеет танчить? Бля, я бы зашел на паладина, но мне кнопки надо менять. Не, надо. А если хилы не умеют хилить? Мне кажется, танк у нас нубас какой-то, блядь. Вот этот вот ДК какой-то. Сейчас какой пати, я скажу. Третий так пати. Третий, да. Вот это вот, знает, кто это вообще? Кикните. Кикайте пидора, блядь. Может, это тоже круто? Да не. А, ты никого вытянул. Давайте рост, а то умрем сейчас. Боу, просто. По ногами. Вы что делаете, алё, блин? Смотри, бой, даю мастаунт, забери командира. А чё ты здесь? Чё делать, ты хочу? Ещё раз, давай мастаунт даю, а ты командира забирай. Я просто хотел проводителя отвести. Только зачем? Не мешает. Не мешает. Нихуя кливом. РДД все равно и сушением там будет.
не могу прочитать это заклинание. Вот у тебя, не знаю, фантазия просто зашкаливает офигенно. У тебя каждый ник по-своему индивидуален. Да, так и есть. Мне кажется, это ДК, который вместо командира тянет какого-то левого моба ненужного. Мне кажется, он не затанчит. Ну, все, тогда решили, кикаем его. Короче, у нас один слот, но на него пофиг, вот правда. Так что давайте трэш добиваем. Потом я все скажу, что паладинов у нас 3 штучки. Там, может, кто-то в РК еще не зашел. Мне, кстати, вот реально интересно, когда сейчас РК закроют, Дискорд, там же люди по часу будут сидеть разбираться. Кто первый раз? Да ну, блин, реально нет. Там достаточно юзер-френдли интерфейс. Почему РК закроют? Откуда такая инфа? Серверами этот. Короче, прекратится поддержка, закроют из сервера, не знаю зачем, но слава богу. Но если это будет шутка, то это будет какая-то идиотская шутка, потому что реально много людей в спорте приходит в спорте. Это шутка по-любому. Нет. Сейчас бы шутить, чтобы терять где-то 30% своей. В смысле, это в натуре шутка. Я писал таблицу, значит, там разными цветами раскрашивал Ульдар Войда там. Розовенький, красненький, зелененький, ники там все эти, ЕП писал. Подождите, в смысле, розовенький, этого хватит. Розовенький, все, достаточно. Слава богу, я не голубого вижу не хватает. Дизайна. Вот. Ну, ничего, еще раз напишешь. Нет. Самое главное, что читал, это, наверное, ты один. Да нет. У меня есть копии. Текстовом варианте. А шрифт Comic Sans'ом? Не. Как это, в смысле? Какой-то нет. Там анахроний какой-то, не помню. Какой-то на букву А. А те три мобы, так, ты их хоть приводил, так что все. А ты, нам нужен... Вы вдвоем затанчите? Изи. Давай тогда Void, потом Хризи, потом опять Void. Баф дайте, так по бафам. Значит, щука босса, я ему сказал, он кулаки бафует, а ты углы, ты каски, и крест, ты бафуешь, ну понятно, крест. А, тыры-тыры-тыры, пати я раз потом скажу. Ауры поставьте от углы броню, щука босс третью, крест, нет, крест третью, а щука босс там влепит что-то. Чё, по какой тактике будем бить? А, не умирать. А как босса водить? Хочешь. Папа, ты чудо, ладно. О, блядь, сейчас он Шкаф. Сейчас он ты что сделал, Лё? Лох. Ладно, лох, что ты делаешь? Ты извращенец, Лёд. В смысле, ударки все извращенцы. Именно интервалы. Прохилите Войда, алё, блин. Понятно, падайте. И затанчил Войд. Я говорил, такой не очень танк. Да уж, ну и пул. Тут еще не все в рейде. Не стоит падать, у нас всего двое упало. Не-не-не, какой двое? Я уже насчитал 5 человек. Вот теперь да. 6 плюс еще не все были в рейде. Потому что это примерно минус 10 человек, и мы били бы его год. Ну кстати, там только хули пал хили. Сейчас. Ну еще. Я ничего там не бафов, ничего, ничего не было. Так вы не пробахнули были еще? Нет! Вы слоупоки какие-то.
Я тебе говорю, мы скилловые люди. Мы скилловая гильдия. Мы делаем 10 дел одновременно. Скажите, когда заходи. Хватает героев и без тебя. Когда пустит, тогда и заходи. Вот я зашел. Можно заходить. Давайте, встаем, бафаемся, не валяемся. Лок, ледяной мрак. Вставишь шкаф. Я теперь, кстати, согласен, если войду, надо найти нормального БДК, мне кажется. Ну, такого у нас нету времени искать, так что обойдемся тем, что есть. Войд, вы не трейды, блядь. Да, я вам так скажу, цените, что имеется. РК 20 тел, в рейде 24, дать кому-то по шее надо. Будет не в РК, походу. Там точно один человек будет без РК, потому что у него там что-то с дитёй. Но да, он баф в курсе, что ему баф. Долго бафнет. Сумоним все еще. Тыкайте сумон быстрее, заколебали. Долго, очень долго. А вы еще и целка просите. Так, ушастую пока не сумон, я с ней договорился, что мы ее на халю сумоним. Иначе бы она не пошла. А Рес вообще вылетел, понятно. Давайте, давай чек. Войд, блин, ты там это, живи. Ты говоришь, я... Алло, бафы будут, бафы, алло. Алло, бафы, приста, баф. Аурик, ауру, коня уберите. А вот этот Талая будет горло дуть в дудку? Баджи. Окей, все, я готов. Отбегай, когда он крутится. Хриз, стой, Хризи тут. Да я отбегал, блядь, что он вырос. Хризи? Да что-то ты нифига не отбегал. Просто все привыкли, что там 5 хилов хилит одного танка и типа захилит. Ну лучше отбегать. Вы просто не разбежались с метками, надо было выбегать, а вы не выбегали. Стояли как кучка гомиков. Поехали. Под мордой не стоим, фигарим босса. Два танка у нас будет, будем с Герой убивать. Лови копию, Хризи. Иди где-нибудь там рядом, да. Из-под морды уйдите, пожалуйста, Ханк. А, это фибрилляция стоит. Я думал, это Ханк. Можешь не хотеть. Прохил, прохил, Хризи. Волны в него. Частица там одной их улипал. Давайте Геро. Все, давайте, все, что есть, прожимы свои танки. Сейчас они крутиться начнут. Рискованные танки, конечно. Без вас я бы долго не продержалась. Вот что за фигня? ГП за эмблему льда. Пизм, красава. Чем мы вырос? Да. Но до сих пор оно не подвергалось такому, что...
Ханты Берсоди спалим. Бля, какой кнопкой? А он... левый. Забей, тут есть этот... ханты другие. А окей, один из тех хантов, ладно. Ну, пробельчик типа, в общем, там, когда прыгаешь, Берсоди спалится. Хорошо. Ну сейчас по тесте даже. Давай, прыгай. О, придал. О, ебать! Чек на АФК. У шкаф еще стоит, надеюсь, он не исчезнет, потому что Настя куда-то отошла уже. Что было? Как метку не вынес. Красава. Пять раз тыкать нет. Черный лимон тут. Лабазеля фкашит. Бежим пока. Стой, не пульт только, не пульт. Подожди, сейчас добегаю. Смотрите вот на моего коня. У кого получится вот так прыгнуть, сейчас покажу. Сейчас не так. Вот, вот так, на месте. Кто так может? Ну-ка, кто повторит? Дам 100 ИП сразу. Нихуя, да? Это надо вперед и пробел тыкать. Алекс сразу выбрала достойный. Жаль, что придется прикончить вас. Ира, дай каплю по войду. Ну так, на всякий случай. Короче, Гонасум, Настя сказала, что она... Всё, она не может. Надо ей уйти, но она знала при сумоне друида. Шипы по пати раскидай.
Сейчас. С умом там вроде вышли. Да, вышли. Вову, говорит, весь день Долоран, говорит, в полеты отправлял. Нормальный квест, да? Типы летели, еще что писали там. Да заколупали вас с этим квестом. Че, гулять? Нет, короче, по хилам. Два шамана тьма, ДЦ с Холи Палом свет. В кризе танчишь третью фазу свет, вводит первую, вторую танчишь. По пати первая, третья это свет, вторая, четвертая тьма, там РДД Милики. По хилам сказал, по диспелам. Кто может подиспелить свет? Например, у тебя будет, а ты диспелишь. И тьму Алхамор подиспелишь? Алхамор? Нет? А фибрилляция? Да нахуй диспель, не надо диспель. Ну, в принципе, все, я даю чек. Дьявол уже. Вой, ты танк по тьме? Ага. Окей, я на тебя напуливать буду. К сожалению. Наверное, блядь. Сейчас пиздец будет, ребята, ебать. Поехали. Все готово. За линию заходим, алё, быстрее. Опа, метка. Не делай так. Перебегаем. А здесь останешься крест. Останется с танком, остальные все зайдете. Нихера себе, это опасный. Ждем, не заходим, подожди. Войд зашел, 3, 2, 1, заходим. Поднимаем рейд по хп. Че, какие пати, где ты говорил? Да, первая, третья, свет. Хорошо. А. Успел. Лезвие смотрим. Блин, Войд. Бля, я думаю, бабочки можно в лучах стоят. Что можно? Диспел. Третья фаза. Кризи, лови. Свет сейчас готовьтесь. Метка будет. Сначала метку подождем. Сматываю на семетку, только не в портал. У лица портал. Выходи быстрее. Что ты делаешь? Правильно делал. Там бы сейчас убило несколько человек. Так, свет, ой, вэл, свету Геру, а некому давать Геру. Ну? Че, во тьме стопнуть? Да, во тьме стопайте, я выйду. Стопнуть. Туда. Я туда выйду.
Ты выйду нахуй подальше от войны. Чифти войны хорошо. Ща, я перекос сделаю вам, Геру там дадите. Пейте, короче. Я затупил, надо было на второй фазе Геру. Не перебегаем, не перебегаем, не перебегаем. Стоим на месте. Давай Геру возьми. Да, возьми Геру, дайте. Что, я сделал перекос? Нормально. Да. Кризи, прожми чат. Блять, что за танцы, Войд? Танцы вою. Перебегаем. Странные танцы. Остерегайтесь тени. Крест это отметка. С горем пополам. Че, нормальная чешка не могла упасть? Ать, роллин. Чешка РДД. Нет, Милька нормальная. Девочки, мальчики танцуют. Раз, два, три. Кайц. Так, что там, кто у нас? Джест, обойдешься. Синзано. Сейчас я найду. Поставьте портал. Бокалы ролим. Ну, щука босс. Не, на своих нельзя, ребят. Это гирейт. Так, щука босс. А ты где, блин? Кольчуга боты. Почему мне выдает вот эту фигню начисления ЕП, ГП за лед? Я задрался уже с этим. 25 раз. Начисли, заебал, хули нет. Так, кто ролил? Щукобос, ты опять ролишь? Ты издеваешься? Не с тех, кто ролил, так-то никому не надо. Так что я щукобосу отдам. Ты бёхни на один, знаешь, моё. Заходите на ЕП.